Как? Союз был. Вот один говорит, при Союзе хорошо жили. Это вообще, мы как при коммунизме жили и так далее. И это, сейчас другое время пошло. А мне кажется, сравнивать не надо эту жизнь. И вообще ее, зачем, к чему сравнивать-то надо? Просто у нас в жизни что происходит? Трудяга. Трудяга, ему не надо там ни коммунизма, ни капиталиста, ни ему ничего не надо. Зачем ему это все-то на? Ему вообще-то, он трудяга, он работает. У нас же как сейчас, трудяга, да, он пашет, да, на. А 100 нахлебников на эту трудягу вот собрались и ждут, когда-то он вот это сделает там, что-то сделает, а потом и хлебают с этого трудяги 100 нахлебников хлебают. Вот это неправильно у нас делается, на. Вот. И трудяга гол, как сокол, на. А пашет, как... Да он должен быть на высоте, а он все ниже и ниже, а потому что около него 100 человек, во. И еще с плетками, так далее и тому подобное. Говорит, а, не будешь пахать, в тюрьму мы тебя, в тюрьме сгнием, на. И вот так у нас тюрьмы. Для чего эти тюрьмы? А вот так сгнивают. Рабочий класс, на, вот он в тюрьме находится и все. Что там, преступники, что ли, сидят? Да там не преступники, там хорошие люди сидят, на. Трудолюбивые люди, они работают. Вот сейчас я скажу, что такое преступник? Вот этот преступник, который ворует. Да это вообще работяга, он трудится, он у него ум работает. Как украсть? Это вот надо сесть, скрыть, это потом пролиться, он все замки знает, как это все вскрывается, как все это все. Это талант, это наивысший талант, это трудяга, а не вор. А вор это тот, вот, который ничего не делает, пузу набивает себе и вот сажает ни за что людей. Вот. У нас все преступники там, трудяги все сидят. Я, вот, вор это в природе, потому что птицы у друг друга воруют, яйца воруют, это везде, это воровство, оно в природе, это чистая правда, вор, понимаете, чисто, это не вор, это трудяк, они выживают в этом мире, кто кого наколет в этом, вот, выживают. Я даже буду сеять, я вот посеял картошку, я должен ее караулить, да, лопатой греть, так далее и тому подобное. Ну, чтобы урожай спасти. Вот у меня такое вот мнение. А у вора он должен мой урожай украсть. А вот эти нахлеб.